Вы смотрите информационную программу Deutsche Welle ДВ Новости. Здравствуйте, наши главные темы сегодня. 5 лет закону об иноагентах. Ряды НКО в России поредели, но не исчезли. Без Берлина никуда. ЕС в ожидании разрешения политической неразберихи в Германии. И годовщина начала Евромайдана. Имена виновных в гибели Небесной сотни так и не названы. Российскому закону об иностранных агентах исполнилось 5 лет. С 2012-го в реестр включают те некоммерческие организации, которые, как говорится в документе, занимаются в России политической деятельностью на деньги из-за рубежа. Правда, это лишь формально, ведь в реестр внесли и профсоюзные объединения, и социсследовательские, и женские, и гуманитарные организации. Какие-то НКО были закрыты, какие-то решили прекратить свою деятельность сами. Как бы то ни было, в реестр иноагентов за 5 лет попали более сотни НКО. Максим Дробок подробнее. Постоянные аудиты, значительные штрафы и негативное освещение во многих СМИ. Именно так живут некоммерческие организации в России последние 5 лет. С тех пор, как был принят закон об иностранных агентах. По словам правозащитников, происходит откровенная травля неугодных. Общественная организация «Международный мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России. Мемориал уже больше года находится в списке иностранных агентов. Самый неприятный аспект – это то, что когда, предположим, СМИ нашу работу освещают, они используют статус иностранного агента не в плане, не в том, про который говорила Дума, да, что это всего лишь про там, прозрачность, наличие иностранного финансирования. Нет. Они говорят, ну как же вот так, посмотрите, ПЦ «Мемориал» является шпионом. И, конечно, что мы можем ожидать от шпионской организации? Естественно, она защищает там, экстремистов, террористов и все прочее. Вот, то есть вот для, по крайней мере, вот для меня самая большая сложность – это вот то, что СМИ используют это для того, чтобы нас шеймить, для того, чтобы нашу репутацию загонять просто в угол. Сейчас в России 87 зарегистрированных иностранных агентов, при этом год назад их было около 150. Власть вынуждает нелояльные к себе общественные организации фактически самоликвидироваться, говорят правозащитники. Все издаваемые организациями материалы должны иметь маркировку иностранного агента. С таким клеймом шпиона многие не могут смириться и закрываются. К примеру, фонд «Династия», поддерживающий просветительские проекты, вообще прекратил свою деятельность. После дискуссии, очень непростой, мы приняли решение принципиально. Мы не агенты, мы не исполняем чью-то злую волю, мы исполняем свою волю, как понимаем, на благо своей страны. Тут нас правительство называет агентом, это недопустимо, просто недопустимо. В «Мемориале» также думали закрываться, но потом все же решили продолжать помогать людям, несмотря на трудности. Показательно, что среди некоммерческих организаций, включенных в реестр иностранных агентов, кроме тех, кто занимается защитой прав человека, есть немало экологов и организаций по здравоохранению. Кроме того, Госдума в середине ноября внесла поправки в закон об иностранных агентах, согласно которым этот статус может получить и ряд зарубежных СМИ. Как уже прозвучало в нашем сюжете, с этого года реестр иностранных агентов могут пополнить и некоторые иностранные СМИ. Москва назвала свое решение зеркальным ответом на действия США по отношению к российскому телеканалу RT. Что для RT в США означает статус «иностранный агент»? Ответ на этот вопрос у корреспондента Deutsche Welle в Вашингтоне Каролины Чимой. Регистрироваться в этом случае нужно в одном из отделов Министерства юстиции. То есть такие СМИ обязаны обеспечить определенную прозрачность своей деятельности, в частности всего, что касается их финансирования. RT, кроме того, обязана предоставить документы о договорах и выплатах, относящихся к материалам, в которых политика США была представлена несоответствующим журналистским стандартам образом. Если же сотрудники RT не выполнят эти требования, им грозит тюремное заключение или большие штрафы. Американская сторона подчеркивает, что речь идет не о цензуре или ограничении деятельности RT, а лишь о предоставлении властям определенной информации. Германия, которая все последние десятилетия была и остается двигателем Европы, оказалась политически в подвешенном состоянии. Переговоры по формированию правящей коалиции провалились. И никто пока не берется сказать, как события будут развиваться дальше.
Будут ли назначены перевыборы или политики договорятся о создании правительства меньшинства? Такая неопределенность сильно беспокоит не только самих немцев, но и Брюссель и штаб-квартиры Евросоюза Георг Матис. В Брюсселе не просто дождливо. В политических кругах также царят не самые солнечные настроения. Министры из стран ЕС понимают, что в Германии, одной из ведущих стран Евросоюза, в ближайшие несколько месяцев не будет стабильного правительства. А это замедляет все, от внешней политики ЕС до реформы еврозоны. Итак, давайте посмотрим, что думают министры стран ЕС о провале переговоров о создании нового правительства Германии, например, Австрия. Думаю, провал переговоров ставит нас в очень сложную ситуацию. Это касается не только Германии, но и всего ЕС. Германия всегда была одним из ключевых двигателей европейской идеи. Сейчас мы находимся в критической точке. Надо решать, хотим ли мы дальнейшей интеграции внутри ЕС. Германия играет в этом вопросе решающую роль. Но больше всего озабочена политическим кризисом в Германии Франция. Этот эксперт по внешней политике говорит, что президент Франции Макрон ожидал поддержки из Берлина своих амбициозных идей по поводу реформирования ЕС с того момента, когда он представил их на суд общественности. И теперь ему придется ждать еще. Очевидно, что Франция, что Макрон не в восторге. Он понимает, насколько важна для него Меркель, и поэтому он первым позвонил ей среди ночи, буквально спустя час после того, как стало известно о провале переговоров. Он уверен, что самый вероятный сценарий – досрочные выборы. Хотя в Брюсселе еще надеются, что партии и потенциальные участники правящей коалиции в Германии еще одумаются и договорятся. В свое время Бельгия провела без правительства целых 18 месяцев, а в Нидерландах только что закончились самые длинные в истории переговоры о создании коалиции с участием 4 партий. Думаю, досрочные выборы – это плохой сценарий. Мы потратили на переговоры 7 месяцев, так что у немцев есть еще 5 месяцев в запасе. Самое время подумать над аргументами и, может быть, в какой-то момент возобновить переговоры. В общем, в Брюсселе надеются, что в скором времени в Германии все же найдется решение, которое развеет облака над ЕС. 3 года назад, 21 ноября, на Майдане независимости в Киеве начались мирные протесты против отказа от евроинтеграции. То, что началось мирно, закончилось гибелью более 100 активистов. С тех пор память этой небесной сотни, как стали звать погибших, на Украине чтут каждый год. В День достоинства и свободы родственники погибших снова винили власть за то, что убийцы их близких так и не названы. Наш киевский корреспондент Александра Индюхова подробнее. Подозреваемых нет, обстоятельства смерти не выяснены. Киевлянка Юлия Цыпун 4-й год наблюдает, как уголовное дело, открытое по факту смерти ее мужа Андрея Цыпуна, героя Небесной Сотни, переходит в разряд нераскрываемых. Смерть Андрея была зафиксирована врачами скорой помощи 21 февраля 2014-го. Согласно официальной версии, он умер от переохлаждения. Юлия уверена, что ее муж евромайдановец был выкраден, жестоко избит и выброшен умирать на улице на холоде. Тогда в Киеве подобных случаев расправы с активистами было много. Можно сказать, что следствие ничего не делает. Благодаря адвокату мы провели повторную экспертизу относительно причин смерти. В этом вопросе и сейчас много недоработок. Вообще, следователи начали работать над делом только через 4 месяца после смерти мужа. Много информации просто утеряно. Они все втратили. Андрей Цыпун, как и очень многие жители Киева, присоединился к Евромайдану после того, как в конце ноября в центре столицы Украины сотрудники спецподразделения «Беркут» жестоко избили студентов, вышедших протестовать против решения власти об отказе от евроинтеграции. Андрей стоял не только на баррикадах на площади независимости, но и здесь, на выезде из столицы Украины. Тогда люди сами организовывали блокпосты на трассах. Вот здесь стояли дорожные шипы, чтобы машины с сотрудниками «Беркута» и «Тетушками» не могли въехать в Киев. Они их так не пускали в город. Юлия пришла в себя от смерти мужа, с которым прожила 15 лет, только через полгода. Она убедилась, что следователи так и не изъяли видео с камер наблюдения на улице, где был обнаружен Андрей. Они также не выяснили причины, по которым врачи не только не написали, что ее муж умер от полученных травм, но и не оказали полноценную помощь еще живому Андрею. Но больше всего женщину спустя почти 4 года после Евромайдана возмущает то, что точно так же, по ее мнению, халатно расследуются уголовные дела об убийствах еще 107 героев Небесной Сотни. Я не могу сказать, что у нас нет квалифицированных следователей. Я просто склоняюсь к мнению, что следствие затягивают, потому что расследование кому-то невыгодно.
Юлия не уверена, что когда-либо в суде будут названы имена всех, кто виновен в смерти евромайдановцев. Она решила посвятить себя увековечиванию их памяти и стала сотрудником Музея революции достоинства. Его строительство может быть начато в следующем году возле улицы Институтской, где в 2014 году гибли активисты. В Евросоюзе вводят новую систему погранконтроля. Она касается граждан стран, не входящих в ЕС. При пересечении внешних границ Шенгена будут регистрироваться данные о въезде, выезде и об имевшихся отказах на въезд этих граждан. Подробнее об этой, а также других новостях дня в нашем обзоре. Согласно новым правилам Совета ЕС, при въезде в Шенгенскую зону паспорта не будут проштамповываться, а будут сканироваться. Сообщается, что это позволит избежать случаев подделки штампов. Доступ к массиву данных будут иметь не только органы погранконтроля, но и сотрудники консульских служб. Как ожидается, новая система заработает к 2020 году и позволит усилить безопасность в Шенгенской зоне. В Челябинской области, вблизи комбината «Маяк», который принадлежит Росатому, зафиксировано экстремально высокое радиационное загрязнение изотопами рутения, превышающее норму в 986 раз. Об этом свидетельствует информационный бюллетень, размещенный на сайте Росгидромета. Напомним, что в конце сентября повышение концентрации рутения отмечалось в атмосфере всех европейских стран, начиная с Италии и далее на север Европы. Президент Беларуси Александр Лукашенко не приедет на саммит Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе. В МИДе Беларуси заявили, что делегацию страны на саммите возглавит министр иностранных дел Владимир Маккей. Представитель ведомства также отметил, что Минск не ставит перед собой цель европейской интеграции. Напомним, что в ЕС ранее давали понять, что хотели бы видеть на саммите самого Александра Лукашенко. Руководство интернет-концерна Google ищет способ понизить так называемое ранжирование сайтов с пропагандой из России в подборке новостей. Речь идет главным образом о сайтах RT и «Спутник», заявил Эрик Шмидт, исполнительный директор Alphabet. Это материнская компания поисковой системы. При этом в Google отметили, что блокировать российские сайты не будут. Между тем, глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что его ведомство собирается уточнить у Гугла, что именно имеется в виду под термином «ранжирование». По его словам, после получения ответа Москва решит, что делать дальше. Развитие событий ДВ Новости расскажут уже завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами.